Доброе утро. 6 часов и 33 минуты в Красноярске. И коротко о самых интересных событиях. Фальшивые медкнижки появились в нашем городе. Работник Красноярского дорожного филиала Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту накануне был оштрафован на 240 тысяч рублей. Такое решение было принято судом в связи с тем, что мужчина в 4 года подряд, занимая руководящую должность за деньги, брал от 300 до 150 рублей, вносил недостоверные сведения в медицинские книжки о прохождении лицами аттестации на знание гигиенических норм. Суду удалось доказать причастность к 97 подобным преступлением и назначить виновнику штраф, однако при этом оставил ему суд и руководство этой же самой компании. Хочется верить, что это послужит взяточнику уроком.